Более 6 десятков лет Беларусь в составе ЮНЕСКО. За это время реализовано множество проектов в сфере образования, науки и культуры. Теперь с наследием нашей страны из списка международной организации «Минчан и гостей столицы» будут ежедневно знакомить фотополотна. Накануне в Минске на ограде парка Челюскинцев была презентована тематическая экспозиция. В галерее под открытым небом изображение Беловежской пущи, Дугеструви, Мирского и Несвежского замков. Кстати, последние уже 10 лет в списке ЮНЕСКО. Возрожден сегодня Мирский замок, Несвежский замок. Никто даже и не представлял, или 10 назад, когда шла реставрация, что они будут открыты. И Несвежский дворцово-парковый ансамбль сегодня будет лидером по числу посетителей. Это подарок вот гостям нашей столицы, жителям нашей столицы. Вот эти 60 полотен всего лишь как бы такое небольшая частичка отражения красоты нашей страны. Это специальные полотна. Они предназначены для уличной выставки. Презентация проекта состоялась в интерактивной форме. Гостей приветствовали музыкальные, танцевальные коллективы и даже князья и княгини, хозяева замков. Галерея вдоль проспекта Независимости продлится ровно год.